F-35 Lightning II – перспективный малозаметный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской фирмой Lockheed Martin. Разработка ведется в трех вариантах – для нужд ВВС США, для ВМС США как палубный истребитель и для корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании как истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. На F-35 использованы многие технологические решения, отработанные на F-22. F-35 будет оснащен двигателем Pratt & Whitney, который является развитием двигателя F-119, установленного на F-22. Двигатель варианта укороченного взлета и посадки будет разработан с участием Rolls-Royce. На самолете будет установлена многофункциональная RLS с AFAR AN APG-81, эффективно действующая как по воздушным, так и по наземным целям. Планируется принять на вооружение три варианта самолета. F-35A для ВВС США. Он будет самой легкой версией F-35. Его оснастят встроенной 20-мм пушкой «Вулкан». F-35B будет создан для корпуса морской пехоты США, Королевского флота Великобритании и Королевских ВВС Великобритании. Он будет иметь возможность укороченного взлета и вертикальной посадки. Планируют оснастить его подвесным контейнером с 25-мм пушкой. F-35C создается для ВМС США. Вариант будет иметь увеличенную площадь крыла и хвостового оперения, позволяющего маневрировать на небольших скоростях при полетах с авианосцев. Крыло большого размера позволит увеличить полезную нагрузку. Будет добавлен посадочный крюк. По сравнению с FA-18C, F-35C будет иметь вдвое больший радиус боевого действия. Этот вариант единственный не будет иметь встроенной пушки. Все варианты будут унифицированы на 70-90%. Ожидается, что F-35 начнет службу с 2016 года, когда ими начнут заменять морально и физически устаревающий самолет ВВС США А-10 Thunderbolt II и F-16 в 2016 году, а также AV-8B Harrier корпуса морской пехоты и FA-18 ВМС США в 2017 году. Выбор конструкции F-35 был сделан в 2001 году в результате конкурса по программе JSF между компаниями Boeing модель X-32 и Lockheed Martin модель X-35. Программа предусматривала создание единой модели истребителя для ВВС, ВМФ и морской пехоты с возможностью вертикального и укороченного взлета и посадки для замены следующих машин F-16, A-10, FA-18 и AV-8B. Финальные испытания прототипов X-32 и X-35 показали явное преимущество последнего. Он продемонстрировал взлет на площадке длиной 150 метров, развил сверхзвуковую скорость и приземлился вертикально. Одним из главных преимуществ был назван метод создания вертикальной тяги – отдельный вентилятор на X-35, а не просто изменение направления тяги основных двигателей, как на X-32. В результате была намечена разработка унифицированной модели истребитель-бомбардировщика для стран НАТО с базированием на суше и на море. Сейчас программа финансирует совместно США, Великобритания, их вклад равен 2,5 миллиардам долларов, Италия вносит 1 миллиард долларов, Нидерланды 0,8 миллиардов долларов, Канада 440 миллионов, Турция платит 175 миллионов, Австралия 144 миллиона и Норвегия 122 миллиона. Также в программе участвует и Дания. Они вносят 110 миллионов долларов. Всего страны-участники планируют потратить на самолет 40 миллиардов долларов. Для совершения вертикальной посадки на F-35B применяется подъемный вентилятор, который создает вертикальную тягу. Подъемный вентилятор связан с главным двигателем истребителя посредством жесткой передачи. Также во время вертикальной посадки сопла двигателя F-35B повернуты вниз, что дает дополнительную вертикальную тягу и обеспечивает устойчивость самолета во время маневра. Самолет также оборудован двумя дополнительными соплами в нижней кромке крыла, которые обеспечат ему управляемость по крену во время вертикальной посадки. Начиная вертикальную посадку, пилот открывает створки подъемного вентилятора сверху и снизу, позади кабины, и воздух начинает поступать через верхний воздухозаборник. Подъемный вентилятор связан с главным двигателем через ведущий вал. Он обеспечивает часть вертикальной тяги. В дополнение к этому сопло маршевого двигателя поворачивается на 90 градусов. Газоструйные сопла на крыле обеспечивают самолету управление по крену. Особого внимания заслуживает шлем пилота F-35. Это шлем, который позволит пилотам реактивных истребителей будущего видеть через кабину самолета.
Вместо обычного дисплея на приборной панели синтезированное компьютерное изображение будет подаваться прямо на визор пилота, снабжая его также подсказками, необходимыми для полета, навигации и ведения боя. Принципиально новой технологией стала реализация возможности видения в инфракрасном диапазоне, то есть с помощью шлема пилот сможет видеть даже ночью. Шлем позволяет автоматически переключаться между видеорежимами. Фактически самолет сможет стать прозрачным для пилота. Также шлем является своеобразным командным центром. Шлем позволит управлять всем бортовым оружием, движениями головы и глаз летчика. Пока, правда, существует только опытный образец.
При всех положительных моментах существует и мощная критика проекта F-35. Многие эксперты утверждают, что F-35 вряд ли сможет успешно преодолевать отечественные ЗРК типа С-400. Также отмечается, что истребитель будет откровенно слабоват против российских тяжелых истребителей Су-27 и Су-30, которые сейчас поступают на вооружение многих стран Юго-Восточной Азии. Еще поводом для критики стали виртуальные поединки американских и российских истребителей в рамках секретных учений Pacific Vision 2008, которые были проведены в августе 2008 года на авиабазе ВВС США Хиком на Гавайских островах. Информация об убедительной победе Су-35 просочилась в прессу через австралийское военное ведомство, представители которого присутствовали на учениях. В данной связи руководитель программы F-35 генерал-майор Чарльз Дэвис выступил с категорическим опровержением критических публикаций и заявил, что в ходе учений решались совершенно иные задачи. Он также отметил многочисленные преимущества F-35 над всеми существующими истребителями. Однако очевидно, что если эта машина разрабатывается при финансировании многих стран, то, скорее всего, она туда будет продаваться или будет производиться там по лицензии. Это означает, что истребитель как минимум будет недорогим. Скорее всего, это будет недорогая машина типа F-5 Freedom Fighter, созданная специально для оснащения не слишком денежных союзников США. Соответственно, вряд ли из F-35 выйдет машина воздушного боя. Иными словами, чистый истребитель. Скорее всего, это будет, возможно, просто неплохой ударный самолет.